Забота о людях – главная проблема водопроводных сетей – один из первых вопросов повестки дня и на сессии Бендерского городского совета народных депутатов. Подробности далее. Сессия Бендерского городского совета. Депутаты вносят поправку в повестку дня. Вопрос об авариях на водопроводных сетях рассматривают среди первых. Жители домов, где произошли аварии на водопроводе, обращались и к депутатам. Только на одном избирательном округе без питьевой воды оставалось больше 10 многоэтажек и жителей частного сектора. По полученной информации от жителей, избирателей моего округа, что с пятницы было прорывы, была отключена вода. Это многоэтажные дома, улица Гогульская, это Крянге, Полоза, частный сектор Ломоносова, Калашникова, Кошевого, 40 лет Победы, Санаторная, Луговая, Павлика Морозова часть и дальше район соседний депутата, это до вплоть до Бендерского станя и Кишиневской. Это больше десятка, там на моем округе только больше десятка домов многоэтажных, не учитывая еще частный сектор. Нехватка человеческих ресурсов и техники среди причин длительного устранения аварий. Содействие ГУПа и четкий план действий в такой ситуации крайне необходимы. Информировать население о причинах и сроках устранения аварии. И обязательно на период аварии обеспечить людей водой. Это главное, отметил депутат. Бывают порывы, это не исключено, наверное, в любой сети. И в теплоэнерго, и в канал-хозе. Но должна быть система, должны быть готовые емкости большие, должны они содержаться в нормальном санитарном состоянии. Это же питьевая вода для людей, детей. То есть это целый район, и можно заразить. В такую жару можно попасть в такую беду. Даже на той территории, где не было воды, привезли одну точку емкости к магазину «Юг». Это улицы Полоза, Крянге и 50 лет Валксем угол. Вот. А частный сектор 4 улицы. А учитывая, что у нас город, ну, как бы 40% где-то пенсионного возраста, ну как это пенсионеру, например, 70-80 лет пойти, а там спуски такие в сторону протягалки, это от Калашникова, санаторная, 50 лет Победы, Луговая. Как, с чем пойти, как донести ту воду в такую жару? Говорили и об ответственности руководителей предприятий. Соответствующая рекомендация в отношении ситуации, связанной с водоснабжением в городе Бендеры, закреплена в решении сессии Бендерского городского совета народных депутатов.